Доброе-предоброе утро. Представляете? Срочное сообщение. Это пипец какой-то. Сижу вот так, Чарли, рассматриваю. И вижу блоху. Представляете? Ты у меня блошистый. Ты что, у меня блошистый? У него ошейник до августа. Вот. Ну, август у нас недели через две, мне тогда все, надо уже новый ошейник покупать. Представляете, ну все, сейчас смотрю, больше нету. Он сам такой испугался, но у меня, знаете, он же со мной спит, в общем, мне никаких ни блох, ничего не надо. Такая у него морда испуганная. Поэтому как бы я тоже испугалась, такая, думаю, блин, просто вот так. Зато сейчас я его всего пересмотрела, больше нету, это, наверное, одна какая-то. Так смотрит. Скажет, люди, помогите, люди добрые, помогите. Что она со мной делает? Представляете, гадина какая. Вот так. Смотрите. Ты испугался, что ли? Да это всего блоха, подумаешь. Да, подумаешь, блохистый. Одна какая-то была. Чего, больше нету. Таблетку-то я ему дала. Ошейник надо менять. Вот видите, вот этот ошейник, он специальный от блох, от клещей, от всего на свете. Ну, видимо, срок действия уже истек. Вот, вот так вот и смотрим. Вот, он же белый, все на нем видно. Смотрю, точечка. А, вот еще. Все, срочно за ошейником. В общем, я уже поела вот такую вкусняшку. Это мужа. И салатик. Сейчас варю кукурузу. В общем, ко мне сегодня, ну, после обеда, приедут родственники. Мы там пойдем кое-что делать. И вот девчонкам нравится кукуруза. Я помню, с прошлого года. Я вам купила кукурузу и буду варить. Потому что остается очень мало времени. Они уже в пятницу уезжают. Голова кругом, куда что бежать. Купила всяких вкусняшек своим племянницам. Ну, обычные конфетки, шоколадки. Племянника мой. Племянник и племянница. Мальчик и девочка. Вот. Маленькая одежда, а старшим вкусняшки. Потому что если еще и старшим покупать одежду, то можно с ума сойти. Ой, размеры, все дела. Как говорится, вкусы. Да и чемодан-то у сестры не резиновый. Я и так два пакета собрала, в общем. Трэш. Варю кукурузку. Сама люблю кукурузку. У меня два початка лежало. И вот я их сюда решила добавить. Ням-нямка. Вы любите кукурузу? Я обожаю. Заварила чай. Сейчас возьму все свой дневной рацион конфет. Целых две штуки. Я прям вот так открываю. И не глядя вытаскиваю одну и другую. Я раньше в детстве, знаете, еще выбирала там шоколадные, не шоколадные, нравится, не нравится. Сейчас все подряд. Так как нельзя ж есть конфеты никакие, хоть какие за милую душу, две штучки. Поэтому даже не выбираю. Так, все закипело, убавляем. Огонь или не огонь? Что это, как его назвать? Пойду наверх, схожу. Хожу, жду, должны уже подъехать. Были импровизированный стол такой, ну, небольшой, типа закуски, тапос. Это картошка с анчоусами, ну это хамон, с колбаской, креветки, кукурузы наварила. В общем, так, немножко. Вроде бы как бы без всего-то как бы не встречается, да? С другой стороны, уже после еды ничего не лезет, потом еще ужинать пойдем. Как-то так. Вот, стою, жду. Сегодня погода вроде нормализовалась, смотрите, ни одной тучки на небе. И тепло. Ветерок такой дует легкий, но не холодно. Посмотрим, что там на море. Сегодня на пляж едем. Но не загорать и не купаться. Ой. Так. Вот два пакета брату. Это вкусняшки. Это одежда. Еще нужно колбаски и хамончика купить. Сейчас увидит сестра и скажет, офигела. Как бы не послала меня, но думаю, что не пошлет. Будем надеяться. Ладно.
Жду. Чарли, мы его уже отобрали. Мы уже идем по магазинам. Сейчас, Аня, погоди, за хамоном. Хамоны заказывают. Где? Ой, ну кто ж туда волос? А куда же их вешать-то? Говорят, что там труселя. Да прям. Куда идем? Все. Его да прям пускай побольше поспит. Побольше поспит. Такой смешной. Они его боялись, а сейчас вроде как опасаются. Раньше боялись, теперь опасаются. Мы пришли за покупить за хамонами. Вот тут, как всегда, мы сюда приходим. Они себе покупают здесь ляжки. Что-то здесь сейчас некрасиво. Обычно здесь красиво все красят. Так что стоим, ждем. Видишь, нас угадали. Да? Выбрать цену. Мы тут в хамоны пришли. Хамоны заказываем. Вкусно? Понравилось вам? А тебе, Полин, нравится такое мороженое? Такое взяли жидкое, какое-то я себе доберу. Они этот лед фруктовый, да. Ты такой не пробовали вы? Не знаю. Вкусное. Такое, но не сильно жирное, да? Кстати, вот это не сладкое. Да. А то как нас Антонио угостил, но есть невозможно. Оно ну да, я тоже не люблю. И слишком жирное тоже не люблю. Это классно. Приехали. Ну вот туда, вот так вот. Видишь, как люди там залазят? На... А мы так, в станцию. Ну все, теперь как же мы туда залезем? Ну да, он мне и сказал, что мы пойдем туда. Туда. Мы вчера приезжали сюда резервировать стол. А сегодня мы едем сегодня ужинать. У нас сегодня такой культурный отдых. Видишь, как там осьминога жарят на костре? Че, угу, если не видно. Так потому что он там, мы вот в этот идем, Эль Пиньон. Вон, видишь, да. Сейчас, а мы стол вон там заказали, прямо на берегу. Да, сначала полезем туда. Эль Пиньон, да? Эль Пиньон, да. Скала. Музон тут звучит, видишь, все как надо. Ну, где-то вон там, наверное, залазить надо. Вон там где-то залазить. Такие тут ступеньки нашли, оказывается. Все цивильно. Ой. Какой вид открывается классный. Вчера какие волны были, сегодня вообще. Меняется как погода. Классно, здорово, правда? А это с другой стороны. Купаются люди, не боятся. Но сегодня волны хорошие. Класс. Завтра у нас среда, можно завтра на пляж приехать. И тоже так покупаться. Так, где там мои-то? Потерялись? Потерялась я. А как ты потерялась? На батуте прыгала. Ты, по-моему, из КВНа. Девчонки там. Ой, все, ступеньки закончились. Здесь уже своим ходом. Здесь какие-то, знаете, здесь замок какой-то был. Руины какие-то. Поэтому лезем как можем. Что там, Полин, страшно? Вот лезем. Там офигеть. Хорошо, пап.
Смотрите, какие эти. С нами уже по-русски здороваются. Так вот, мы сидели. Ешьте вот это вот. Это... Типику испаниш. Дома. Олю кто-нибудь. Так вот мы. Олю. А правда, где Оля? А туалет у них внутри, да? Мы с тютниной тут были, вон там мы сидели. И там было видно, это рыбы плавали. Картошку принесли. Картошка. Осьминог. Салат. Даша фоткает. Фоткала, нет? Там тут еще сардины принесли. Ке? Положи ему побольше. Да я ему уже сколько наложила. Девчонки, там музыка у нас звучит. Все цивильно? А это нам кальмара принесли. Мы еще доедаем это. Ну, хорошо, что мы побольше не заказали. Это лучше. Супер, мы уже... У нас у Оли, у этой маленькой девочки, день рождения. Мы сейчас сюрприз сделаем. Заказали там ей маленькие тортики, должны принести. Вот они об этом не знают. Я вам по секрету сказала. Оля! Оля, это тебе! Ой, смотри, песня тебе поется. Заказали. Оль, давай вот сюда, чтобы она попробовала. Обалдеть. Сюрприз! Стой. Проводила родственников, они поехали в Альмунекар домой, а мы тут работу дорабатываем. Не мою, конечно. И вот пока стою, жду. Там, смотрите, люди тусуются, время 12 сейчас. И знаете, такой вот как дымка, видите? Даже на камере такие кружочки идут. Влажность очень сильная, там море шумит, слышите? Море волнуется раз. Сейчас работу доработаем, поедем домой. Мне еще вас монтировать надо. Вернее, не вас, а видео для вас. Надеюсь, что оно понравилось вам. Так вот мы посидели, обожрались все. Сил нет. Вроде бы ничего такого сильно не заказывали. Сардины, кальмар, салат. Все. Или еще что-то. Сардины, кальмары, салат. А, и осьминожка мы тоже вот этого заказывали, очень вкусный был. Объелись все, ну, конечно, сюрприз удался. Все были очень довольны, рады. И я прямо не от официантов даже не это. Ну, мой муж с ними знаком, он как бы с хозяином. Поэтому нам сделали вот так вот все супер чуло, супер красиво. А я буду с вами прощаться до завтра вот в таком вот... Види, я еще никогда не прощалась, и вот такой луна у нас светит. Так что всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Пока-пока! Gracias a ti. Such a lovely place.